мегаблогер всея Руси, самый популярный ютубер нашей страны в плане спорта, баскетбола имеется в виду, Алексей Янков. Привет, Леш. Да, всем привет, ребят. Я сам вообще из Самары, из Самарской области. Потом очень долго жил в Республике Мордовия, это Саранск. И сейчас в Москве, и очень рад, что я здесь оказался. Но начал снимать я уже в Саранске, и уже как-то оттуда все пошло-пошло, и... Неудобно было, знаешь, ездить. В принципе, расстояние небольшое, 8 часов, но все равно было неудобно ездить. А сейчас? Для любого европейца расстояние небольшое, 8 часов, это застрелиться и полный уикенд потерян. Мы снимали здесь крутой челлендж. И это, представляешь, это такое невероятное, когда полностью стадион пустой. Mm-hmm. И ты можешь вообще делать здесь все, что угодно. И, ну, это просто невероятное такое чувство. И здесь еще свет был, проверка света. И так все вообще, все так красочно, невероятно. Ну, очень крутые ощущения просто. 300 тысяч на The Inkov, 300 тысяч. И сейчас 125 тысяч на канале Inkov Champion. Хайнс, знаю. Я с ним фоткался. Да, и тогда я как бы, ну, не особо знал состав. И просто смотрю, я знал, что он игрок ЦСКА. И он просто очень любезно со мной фотографировался. Просто без напряга, знаешь, такой йоу. Кайл простой человек. Ламела хочет... У нас упал световой аппарат. Я так испугался. Это бывает, прямой эфир, друзья. Почему... не взялась баскетбольной карьеры. Да, слушай, у меня вообще ее, в принципе, как бы не было. В университете я играл в школе, за школу, и там на районных соревнованиях играли, и на тоже городских соревнованиях. Но когда пришел в университет, я не знаю, почему не пошел в университете играть. Может быть, что-то бы получилось. Вот. Ну, она такая была, знаешь, как бенгальский огонь. Студию паркета. Ролан Гусев, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, а ныне тренер детской спортивной школы ЦСКА. Кубок УЕФА – это, конечно, важная веха, но что запомнилось больше всего? Может быть, есть момент, который вот запомнился? Ну, наверное, это, конечно, победа, первое чемпионство, первый кубок, когда мы выиграли в первый же год. И, конечно, победа в Кубке УЕФА – это, безусловно, это такое незабываемое, наверное, это самое... Наверное, большое достижение в футболе. И вот он. Мне этот Галешник очень нравится. Метров каких там? 25-7? 25-7, да. Сейчас такой еще... Нет, сейчас боюсь, нога у меня уже потом не восстановится после такого. Часто ли бываете на баскетболе? Ну, давненько не был, но по телевизору стараюсь топовые матчи смотреть. Армейские? Или вообще какой-то еще? Нет, только армейские. Ну, конечно, Никиту Курбанова, капитан Хайнс... Антонова. А кто любимый игрок? Ну, позволительно назвать одного, это нормально. Капитан Хайнс. Капитан Хайнс, он действительно великолепен. И почему все-таки, во-первых, решили пойти в тренер? Ну, наверное, после игровой карьеры чуть-чуть обдумывал. Вот. Ну, во-первых, надо было передохнуть, скажем так, перезагрузиться. Вот. Подумать, на что ты годен, чем заняться. Ну и вот принял решение. Да, принял такое решение, что надо пойти учиться. Получил лицензию в УШТА и решил попробовать себя тренером. Как часто тренер Ролан Гусев играет в футбол сам? Именно вот, именно прям вот играет. Постоянно мы играем. И в Лужниках, кстати, играет. И к нам приходит Сергей Базаревич играть. Тренер сборной России по баскетболу. Вот. И, кстати, неплохо играет. Тоже так же разыгрывает. Вот. Но только ногами. Ну, конечно, руками у него лучше получается. Да? Его можно на ворота поставить, нет? Раскидывать будет. И студию паркета. Тренер нашей команды Антон Юдин. Антон, привет, большое спасибо, что пришел. Добрый вечер, спасибо. Ховард Сент-Росс, новичок, который очень хорошо сыграл. Он приехал, провел две тренировки, вышел против Реала, провел 22 минуты, набрал 7 очков. Довольны ли его дебютом и что он приносит в команду? Я могу сказать, что не так просто приехать, играть первый раз в Евролиге в таком клубе, как ЦСКА, и играть на уровне. Могу только... снять шляпу перед ним, он молодец. Какая стартовая пятерка? Секрет. Да ладно, уже можно сказать. Нет, у нас такая же стартовая пятерка, как начинала против Реала. Это прям вот inside, господа, прям вот из первых уст, из тренерского штаба. Такое можно только здесь, при гейм-шоу ЦСКА Баскет услышать, больше нигде.